Итак, сегодня мы разберем контрольную работу номер 3. Морфемика и словообразование современного русского языка. Эта работа посвящена двум разделам. Морфемике, словообразованию. Ну, а также в ней уделяется внимание и грамматике. Словоизменения, морфологии, отдельные задания будут связаны и с этой темой тоже. Итак, начнем. Первое задание звучит так. Приведите уменьшительную форму имен Антонина, Арсений, Виктория, Вячеслав, Глафира, Леонид, Серафима, Филимон и Яков. Даны полные имена, нужно привести уменьшительную форму данных имен. И модель ответа выглядит следующим образом. Антонина – Тоня, Арсений – Сеня, Виктория – Вика, Вячеслав – Слава, Глафира – Глаша, Леонид – Леня, Серафима – Сима, Филимон, Филя и Яков, Яша. Если все имена названы верно, все уменьшительные формы совпадают, то за выполненное задание получает учащийся 1 балл. Итого за данное задание, за все правильно названные уменьшительные формы, можно получить 1 балл. Следующее задание звучит следующим образом. Все ли слова из списка являются однокоренными? Если нет, сгруппируйте слова с одинаковым корнем. И даны слова, следующие слова, солить, солонка, сольный, пересоленный, солнце, солист, солоноватый, соловушка, солнечный, солировать, бессолевой и соловьиный. Здесь вопрос сформулирован следующим образом. Все ли слова из списка являются однокоренными? И можно ответить кратко. Нет, не все. Слова, 1 балл можно за такой ответ получить. Однако, если вы сгруппируете эти слова так, как нужно, на 4 группы поделите, то тогда за каждую группу однокоренных слов нужно получить еще по 1 баллу. И тогда в первой группе у нас окажутся такие слова, как солить, солонка, пересоленный, солоноватый, бессолевой. Во второй группе слова сольный, солист, солировать. В третьей – солнце, солнечный. В четвертой группе – соловушка, соловьиный. Здесь мы видим совпадение корней. Вот, но понимаем, что однокоренные слова, они не только по форме должны совпадать, а корни в однокоренных словах, но еще и по смыслу. Итак, до 4 баллов можно получить за правильно выделенные группы, плюс еще 1 балл за сам ответ. Вот. Все ли слова из списка являются однокоренными, мы помним, так звучал вопрос, поэтому если ответ краткий, 1 балл получаем, если все слова распределены по группам, то тогда еще 4 балла, всего 5 баллов. Следующее задание, третье. Укажите, у каких существительных есть форма единственного числа именительного падежа. Приведите ее. А у каких нет?
И даны слова, есть пояснение, есть контекст, и нужно нам определить, у каких существительных имеется данная форма единственного числа именительного падежа, а у каких нет. Критерии оценивания следующие: за верно указанную форму можно получить 1 балл, а если присутствует указание на отсутствие данной грамматической формы, то тоже мы 1 балл получим. Итак, слово туфли. Туфли, форма такая есть, и в единственном числе употребляется туфли, именно с таким ударением. Часы. Часы именно в таком значении, как тут указано, часы, наручные часы. Значения нет, опять-таки 1 балл в случае правильного ответа. Очки солнечные тоже не имеют такой формы. Очки на соревнованиях, здесь форма есть, и мы ее должны перевести, чтобы заработать этот балл. Слово «очко» дает нам такую возможность. Следующее слово «сани». «Сани» тоже не имеет формы единственного числа. А вот у слова «кроссовки» есть такая форма, и правильная она звучит так: «кроссовка». 1 балл можно получить за правильный ответ. «Весы» – следующее слово. И указано в скобках «напольные весы». Здесь отсутствует форма единственного числа именительного падежа. Просто пишем здесь «нет», 1 балл получаем. Ножницы и брюки точно так же. Это слова, которые не имеют данных форм, потребляются только формы множественного числа. Таким образом, до 9 баллов можно получить за правильно выполненное задание, то есть по 1 баллу за каждый правильный ответ. Если есть форма, мы ее приводим, или если указываем на то, что данную форму привести нам невозможно. Следующее задание, четвертое. Найдите в списке лишнее слово, отличающееся от других по морфемному составу. Объясните свой выбор. И даны слова: водный, речной, медный, полный, модный, ручной. Нам нужно посмотреть на состав слова, на какие морфемы делятся данные слова. И после того, как мы все это изучим, уже сделать необходимый вывод, какое слово лишнее. Ну вот если мы разберем все эти слова по составу, мы увидим, что и слово «водный», «речной», «медный», «модный», «ручной» состоят из корня, суффикса и окончания. А вот слово «полный» отличается от данных слов. Оно состоит из корня и окончания. Так, за верно указанное лишнее слово 1 балл получаем. И за правильно названный морфемный состав остальных слов тоже 1 балл. Итого 2 балла можно получить за данное задание. Следующее, пятый вопрос. К какой части речи относится слово «стекла»? Придумайте словосочетание и предложение с этим словом. Предложение или, можно, словосочетание. Нужны примеры, которые покажут значение данного слова. Итак, стекла может быть у нас и существительным. В таком случае можно привести контекст «нет стекла»,
а может быть глаголом. Вода стекла с подоконника. В таком случае мы видим, что изменилась у нас часть речи. Теперь перед нами глагол. И если правильно указана часть речи, в данном случае, в первом случае это существительное, а во втором случае глагол. Вот, и правильно приведены примеры, то можно в сумме 4 балла получить за правильно выполненное задание. Далее необходимо выделить две группы. Слова без окончания, слова с нулевым окончанием. Вот. Но, кроме того, тут есть слова в данном ряду, где окончание выражено. Вот. Ну и если мы данные слова разделим на группы, те из них, которые имеют нулевое окончание или у которых отсутствует окончание, его нет и не может быть, то тогда мы должны таким образом это сделать. В первую группу попадут слова метро, вчера, нельзя, возле, опять, хаки. Это слова неизменяемые, и если все слова названы, то можно 6 баллов получить. Во вторую группу слова с нулевым окончанием должны войти у нас слова красен и 5. Здесь окончание имеется, но оно нулевое. Вот. И если мы слово начнем изменять, мы увидим, что там действительно есть окончание красен, красна или 5, 5. Таким образом, если правильно выделены слова без окончания, слова с нулевым окончанием, то по количеству правильно названных слов и распределенных так, как требуется, можно, соответственно, получить всего 8 баллов, 6 баллов за слова одной группы, слова без окончания и 2 слова с нулевым окончанием. Следующий вопрос звучит так. Почему сосед, друг может быть только маленький, племянница, няня только маленькая, а грязнуля Соня и маленький, и маленькая? На что здесь нужно обратить внимание? Нужно увидеть, что слова мужского рода «сосед», «друг» употребляются с прилагательными мужского рода. Вот. Племянница, няня – слова женского рода, и прилагательное тоже согласуется с существительным в роде. А слова такие, как «грязнуля», «соня», они общего рода. И могут употребляться и с прилагательными мужского рода и женского рода в зависимости от смысла. Каковы критерии оценивания? Если объяснено правило согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода, то тогда 2 балла за задание. Если правильно названы существительные общего рода, сказано, что это общий род и выявлены закономерности, как согласуются данные прилагательные существительные, то еще 2 балла тоже добавятся. Итого 4 балла за задание. Следующее. Восьмое. Звучит так. Приведенные слова в разных значениях имеют не одну, а две формы множественного числа. Приведите эти формы множественного числа к каждому слову и объясните их значение.
Например, сын, сыны, защитники Родины, и сыновья, дети своих родителей. Четыре слова у нас: зуб, корень, лист и муж. И в данном случае нужно прокомментировать значение слова и вот непосредственно саму форму привести. Итак, зубы, зубья. Зубы – орган во рту для схватывания, откусывания, разжевывания пищи, а зубья – острый выступ на инструменте крепостной в стене. Следующее слово – корни. Корни – это и подземная часть растения, часть волоса, зуба, корня, часть слова. И коренья – это употребляемые в пищу корни некоторых растений. Следующая пара слов – листья и листы. Листья здесь у нас части растения в виде тонкой и часто зеленой пластинки, а листы – тонкие плоские куски, пласты какого-нибудь материала, например, бумаги, картона. Мужи. Мужи – это государственные деятели, а мужья – мужчина, состоявший в браке с женщиной. Это значение данных слов. За каждое значение получаем 1 балл за объяснение, а за верно указанные формы тоже 1 балл. Итого получается 4 балла за формы и по 2 балла за объяснение, всего 8 баллов. Итого общая сумма 12. Прочитайте меню. На первое – харчо, на второе – пюре и рагу, на десерт – суфли и кофе-капучино. В чем его грамматическая особенность? Вот такой вопрос. Нужно здесь вспомнить нам название всех блюд и напитков, которые нам встречаются, проанализировать, что мы видим. А видим мы несклоняемый существительный. И если мы указываем на это, видим, что перед нами все существительные несклоняемые, то до 2 баллов можно получить за данное задание. За верно указанную часть речи балл, за саму часть речи существительную. И за правильно указанную грамматическую особенность данных существительных, а именно за отсутствие склонений. Так, следующее задание. Разделите слова на группы так, чтобы в каждой группе оказались только родственные однокоренные слова. И дан ряд слов вот с омонимичными корнями. Вот, да, подводное наводнение, приводить, водянистый, завод, водитель, водоем, вводной, заводской, громоотвод. И модель ответа. Здесь нужно по смыслу опять-таки распределить однокоренные слова, так чтобы попали у нас в одну группу. Итак, что должно получиться? Подводное наводнение, водянистый, водоем. Слова «приводить», «водитель», «обводной», «громоотвод» здесь другое значение, корень омонимичный. Вот. И «завод» и «заводской» тут мы видим с вами тоже вот, корень, который восходит к этому корню. Вот. И поэтому образуют одну отдельную группу. За каждую правильно составленную группу слов 1 балл можно получить. А мы переходим к следующему заданию. Сколько из перечисленных слов являются названиями профессии или рода деятельности? Читатель, издатель, учитель, самоучитель, строитель,
нагреватель, писатель, преобразователь. Какие слова имеют другие значения? Что они означают? И вот мы внимательно смотрим на данные слова. Читатель, издатель, учитель, строитель, писатель, преобразователь. И нам нужно эти слова сгруппировать. Нам нужно понять, есть ли среди данных слов слова, которые нам не подойдут. Итак, род деятельности или профессия человека. Род деятельности шире здесь, поэтому читатель тоже подойдет, издатель, учитель, строитель, писатель и преобразователь. Преобразователь в первом значении этого слова тот, кто преобразует, преобразовывал что-нибудь. Ну и отдельно есть у нас слова, которые не подходят к данному заданию. Три слова лишние: самоучитель, нагреватель и преобразователь, но только уже во втором значении. Итак, самоучитель — это руководство для самостоятельного изучения какого-нибудь предмета, для самостоятельного приобретения каких-нибудь навыков, мастерства. Нагреватель — это прибор для нагревания. Ну и преобразователь — устойчивое такое преобразование электрической энергии, устройство для осуществления такого преобразования. Критерии оценивания: 1 балл, 1 балл за правильно названные слова и 1 балл за определение значения вот этих трех слов, которые нам не подошли. До 3 баллов можно получить, а за все задание 5 баллов. Следующее, 12-е задание. Какие из приведенных слов являются однокоренными со словом «вода»? Водить, водяной, завод, водичка, водный. Ну и здесь нужно разобраться, что не является у нас однокоренным, что является, и в результате вот однокоренные слова — это водяной, водичка и водный. За каждое приведенное правильно однокоренное слово учащийся получает 1 балл. Далее, отметьте из приведенных ниже слов слова с одинаковыми приставками. Отмерять, отравить, отвар, отчизна. Нужно сказать, что о приставках мы уже говорили, они будут совпадать у нас с первыми гласными корня, поэтому нужно внимательно смотреть на его структуру. И в данном случае мы можем выделить такие корни, как мер, вар, ну и, соответственно, переставка, которая нас будет интересовать, от. И, наверное, указано слово с переставкой от, 1 балл получаем. Ну, так как у нас два слова, то в сумме 2 балла. 14-е задание. Можно сказать, что слово «полочка» образовано от слова «полка» и может иметь значение «маленькая полка» или «полка маленького размера». Возьмем слово «бухта», «водка», «кофта», «минута», «поляна» и образуем от них слова «бухточка», «водочка», «кофточка», «минуточка», «поляночка». Нужно ответить на вопрос, сколько из этих слов могут означать соответствующий предмет
маленького размера. И модель ответа: бухта, бухточка, кофта, кофточка, поляна, поляночка. Здесь действительно значение уменьшения, да, маленькая полка, полочка. Критерии оценивания следующие. За верно указанное количество слов, обозначающих предмет маленького размера, 1 балл. И за все названные слова, соответственно, 3 балла. Если названо количество, то вот балл. Если все конкретизировано, пояснено, то тогда еще 3 балла. Получаем всего 4 балла можно получить за данное задание. Следующее, 15-е. Два класса слили в один. Что произошло? Ну вот варианты ответов. Сливание, слияние, слив, слитие и сливка. Если мы подумаем, то увидим, что именно слияние правильный ответ. Когда два класса слили в один, то есть объединили, то произошло слияние двух классов. Далее критерии, опять-таки, 1 балл за верно указанное слово от глагола слиять, вот, или то, что слить. 1 балл итого можно получить за это задание. 16-е задание. Какие варианты из перечисленных можно поставить вместо многоточия во фразе? Результаты моих первых работ были. И нужно подумать, как сказать нам правильно, возможны ли варианты. Если возможно, нам все варианты можно указать. Итак, результаты моих первых работ были слабее, чем сейчас. Это один вариант. И второй, результаты моих работ, первых работ были более слабыми, чем сейчас. Ну и критерии оценивания 1 балл за каждый вариант. Следующее задание, 17-е. Дан список существительных. Очи, бегуди, жалюзи, усы, самки, лыжи, кони, каникулы. И в чем особенность данных слов? У них нет формы единственного числа. С ними можно составить словосочетание, и нужно это сделать. В таком случае, если указаны только существительные, только слова, то по 1 баллу за слово получают учащиеся, всего 4 балла, соответственно. Ну, а если правильно приводит словосочетание, то в таком случае еще добавляем 4 балла, итого 8. А мы к следующему заданию переходим. Даны предложения. В соревновании участвовали ученики обоих школ. Да, надо обеих. Да? Скоро зажжется, можно сказать, фонарь. Внимательно выслушав учителя, нельзя сказать, здесь он все усваивал. Внимательно не слушав, а слушая учителя. Итак, обеих зажжется, слушая. Нам нужно не просто сказать, что имеются ошибки, но и перечислить предложение, где допущена ошибка, и исправить ее, конечно, тоже необходимо. Следующее, 19-е, звучит так. Вот 5 несклоняемых существительных. Кофе, шимпанзе, кашне, какаду, пальто. Какое из
Из них можно употребить вместо многоточия в сочетании черный. И вторая часть этого задания, даны 10 существительных: дуло, рыло, шило, крыло, так, крыло, жало, покрывало, помело, чернила, кило и пила. Какие из них образованы от глаголов с помощью суффикса «эль»? Ну и здесь нужно увидеть, что присутствует у нас несклоняемые существительные. И в первом случае, да, вот такие как кофе, шимпанзе, какаду и здесь в данном случае мы знаем, что наименование животных употребляется с мужским родом, ну и черный кофе именно таким образом составляем словосочетание. Что касается второй части задания, то от глаголов с помощью суффикса «эль» образованы все слова, кроме четвертого, пятого, девятого и десятого. Крыло, жало, кило и пила. Ну и за верно указанное несклоняемое существительное 1 балл до 3 баллов всего. И за верно указанное существительное полбалла. И так как слов у нас 6, то можно 3 балла получить. Если к ниф-нифу, нуф-нуфу и наф-нафу приедет гости хрюша, то у волка появится возможность съесть сразу четверых. И нужно найти две формы, которые можно произнести, будет верно. Итак, у него появится возможность съесть сразу 4 поросят или поросяток. Вот два варианта, два правильных ответа. И эти ответы нужно нам перевести. Как называют по-русски жителя Парижа? Даны варианты. Мы останавливаемся на варианте «парижанин». И тут же вопрос, а как жительницу Парижа будут называть? Ну вот, пожалуйста, ответ здесь приведен. Парижанка. Парижанка. Критерии оценивания те же за указанное название жителя Парижа. 1 балл за верно указанное название жительницы, тоже 1 балл. Итого 2 балла за правильно выполненное задание. Далее, даны 5 существительных. Какой из них обладает грамматическим свойством, которым не обладают остальные? И вот эти существительные: брюки, перила, ботинки, замки, ворот. Вот если присмотреться, мы увидим, что есть здесь существительные, которые только во множественном числе используются, употребляются. А ботинки, имеется форма ботинок, употребляется в единственном числе. Ну и за верно указанное слово 1 балл. За объяснение, почему именно так, на указание числа, вот этих особенностей, еще 1 балл. Итого 2 балла. Следующее задание. Петя сказал, на вешалке висели 5 и задумался. Задумался, потому что много вариантов сразу. Вспомнил, но только один правильный вариант. На вешалке висели 5 пальто.
Что касается критерий, критериев оценивания, то за верно выбранную форму слова можно 1 балл получить. Дальше следующее задание. Строчка дана, там ступа с бабой иглу идет, бредет сама собой. Лукоморье Пушкина, лукоморье дуб зеленый. Вступление к поэме Руслана и Людмила. Ну и вопрос, а какой член предложения сама собой? Даны варианты, подлежащая, часть сказуемого, определение, дополнение и обстоятельства. Нужно было подумать вот, и сформулировать правильный ответ. Значит, сама собой у нас обстоятельства, потому что идет, бредет как. Как отвечать на вопрос обстоятельства. И критерий оценивания 1 балл вот, за правильное указание на член предложения. Следующее задание. Какое из перечисленных предложений содержит грамматическую ошибку? Вася заплатил за вход и вошел в музей. За курение в неположенном месте Вася заплатил штраф. Нужно срочно оплатить за телефон, иначе его отключат. Издательство не доплатило мне за перевод $100. Если ты отдал за эту книгу 100 рублей, то я ему переплатил. Нужно обратить внимание на третье предложение. И тогда мы увидим, что можно или оплатить телефон или заплатить за телефон. Вот этот вариант нужно было найти. А критерии оценивания представляют собой следующее. За верно названное предложение с грамматической ошибкой 1 балл. А за исправленную ошибку предложенный правильный вариант. Это тоже 1 балл. Итого 2 балла. Какого рода существительное «сани» в русском языке? И варианты ответа мужского, женского, среднего, общего. И «д» у этого существительного рода определить нельзя. Модель ответа – это как раз вариант «д» у этого существительного рода определить нельзя. И мы тут видим, что за верный ответ можно получить 1 балл с указанием на то, что существительное «сани» имеет форму множественного числа, тоже 1 балл. Итого 2 балла мы видим здесь представлены. Какое существительное образовано не так, как все остальные? Не так, как все остальные. Льдинка, пылинка, бусинка, соломинка, изюминка. Здесь нужно нам разобраться с составом слова, от чего образовалось слово, и тогда уже делать вывод, два суффикса тут или один. Итак, есть у нас слово льдина, льдинка, присутствует вот в структуре вот такое, такой суффикс. Суффикс-ка. Да, льдина, льдинка, бусина, бусинка, соломина, соломинка. Изюмина, изюминка. А вот пыль, пылинка, инк мы добавляем сразу одним действием. Вот этот суффикс получаем новое слово. За верно названное слово и правило
согласно которым вот этот суффикс можем указать, именно суффикс инг, а не ин и к отдельно, тоже один балл учащийся получает. Здесь мы видим за задание один балл, а всего за правильно выполненную работу максимум 100 баллов. Вот рассмотрели мы задание, всего 27, и максимальное количество баллов, которые вы можете получить за правильно выполненное задание, 100 баллов. А я благодарю вас за внимание и мы можем сказать, что контрольную по морфемике, по словообразованию мы рассмотрели.